Свое, родное и, самое главное, полностью российское. Никаких импортных овощей и фруктов. Это принципиальная позиция торгового бренда «Мещерская кладовочка». Каждый год мы открываем сезон фруктовый наш с краснодарской клубники. Ежедневно приходит машина с Краснодара. Клубника вся спелая, сладкая, очень высокого качества. На наших прилавках максимально представлены фрукты и овощи российских производителей. И это наш конек. Торговые точки у «Круиза» и «Премьера» можно увидеть издалека. Главное их отличие – все сделано в русском стиле. Антуражные предметы деревенского быта наших бабушек, плетеные корзинки и даже лоточки для ягод из натуральных материалов. Мы отказались от пластиковой упаковки. Сейчас наша вся продукция с фасована вот в такие берестяные корзиночки. Вот такой доброй идеей пропитано в Мещерской кладовочке все. От главного до мелочей. И даже начиналась история торговой сети по-особенному. Идея родилась с того, что мы начали заготавливать дикорастущее сырье. Лесные ягоды, такие как земляника, черника, брусника, я считаю, что они, конечно, наиболее полезные. Это порой единственная возможность у горожан купить экологически чистые продукты. И потом мы познакомились со многими фермерами, именно российскими, и зародилась идея открыть сеть фруктовых лавок для наших продуктов. Компания «Мещерская кладовочка» на рязанском рынке уже несколько лет. Ассортимент постоянно расширяется сезонными товарами российских фермеров. Появляется все больше позиций из рязанских хозяйств. Позже, по мере созревания, на прилавке появится черника, малина, смородина, лесные ягоды и грибы. Кстати, вся продукция сертифицирована. Среди обилия продуктов сомнительного происхождения это очень важный момент. Приобрести свежие, натуральные и очень вкусные овощи, ягоды и фрукты можно ежедневно с 9 часов утра до 8 вечера. Торговые палатки ждут вас у главного входа в торговый центр «Круиз» и у центрального входа торгового центра «Премьер».